В конце июля глава округа Дмитрий Акулов побывал на источнике в деревне Зубцово. Территорию около родника сейчас приводят в порядок. Обустроили ступени, чтобы удобно было подойти к воде. После публикации поста о благоустройстве родника в Зубцово жители написали главе, что новые ступеньки прогибаются и могут сломаться. Благоустройство с применением новых материалов в округе проводили не только в Зубцове. Глава округа дал поручение проверить, как материал ведет себя на других объектах. Это материал, сделанный из вторсырья. Это пластик, песок, полиэтиленовые пакеты. Он не гниет, его не надо красить, он не горит. Он такой довольно-таки стойкий. Съездили на родник Ворохобино. Здесь благоустройство с применением полимер-песчаной доски сделано в прошлом году. И площадка перед родником, и лавочки. Вот пришли, видите, народу много, все взяли, посидели, не стоять. Особенно таким, как мы. Бодрым и красивым. Да. Идея была вообще здоровская, мне понравилось, и очень даже хорошо получилось. И за год, в принципе, все выдержало. За маленьким исключением. Исключение составила одна доска. Говорят, поломалась буквально пару дней назад. Мы сообщили о поломке заместителю главы, обещали заменить в ближайшее время. Эту доску снимаешь, ее не выбрасываешь, ты ее обратно ведешь на переработку, ее опять запускают в производство. Эта доска, она просто ремонтируется, и опять та же доска выходит. Единственное, только энергозатраты. Но мы за этим следим, и в ближайшее время доска будет заменена. Благоустройство родника в Зубцово еще не закончено. Поток посетителей такой, что работники не могут действовать свободно. Зубцовский родник – один из трех, что приведут в порядок в этом году. Преобразятся также источники у Троицкой Слободы и рядом с деревней Высокого. Оксана Мирошникова, Татьяна Колганова, Вячеслав Шумов, Михаил Кирсанов. Программа «События».